Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников Ричард Дойл. Британский художник, сын известного в свое время карикатуриста Джона Дойла и дядя писателя Конан Дойла. Родился 18 сентября 1824 года. Живописи учился только у своего отца и специального художественного образования не получил. Его художественные способности проявились очень рано. В 12-летнем возрасте он написал серию иллюстраций «Home for the Holidays». 4 года спустя еще одну. Обе серии привлекли внимание критиков, которые отметили его развитое воображение и чувство юмора. В 1843 году стал сотрудником журнала «Punch», создав для него множество карикатур и иллюстраций, также картин, служащих оформлением обложек, являющихся одними из самых известных его работ. Однако был вынужден уволиться в 1850 году после скандала с антикатолической карикатурой, направленного непосредственно против Папы Римского. Я зачитываю Википедию. Дойл ушел в отставку в 1850 году и вернулся к книжной иллюстрации, особенно к сказкам и сагам. Его последней крупной работой стала коллекция рисунков, написанная Эндрю Лэнгом и опубликована в 1884 году под названием «Принцесса Никто». Среди его основных достижений, помимо иллюстраций на обложках «Панча», рисунки к 3 рождественским книгам Чарльза Диккенса и работам Уильяма Такерея, а также имевший большую популярность причудливые изображения эльфов и фей. Умер в возрасте 59 лет в 1883 году. Вот так немного, данных не очень, о британском художнике, сыне известного в свое время карикатуриста Джона Дойла и дяди писателя Конан Дойла Ричарда Дойля. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.